Всем привет! Маленький сюжетик про Nueve de Julio, так сказать, центральный проспект города Буэнос-Айрес, только вечерний. Вот сейчас идем там на один концерт посмотреть, и заодно проходим здесь мимо, хотел показать, как у нас этот проспект вечером выглядит. А то я сейчас ее покажу, но только покажу и ночью. Вот так центр Буэнос-Айреса выглядит. Сейчас сколько? Часов 8 вечера. Это такие тротуарчики у нас. Такие желтенькие по центру, а там это остановки скоростного автобуса светятся. Тепло еще, хоть и очень наступило. Магазин лампочек. Еще не улеглись спать. Вот. Смотри. Опа. Вон она какая у нас симпатичная. Буэнос-Айреска бабочка. Вам привет, видите? Симпатичные люстры. Вот сюда. Парк вечером. Ну, не фокусируется. Много света. Вот приблизительно такие у нас туристические автобусы по Аргентине мотаются. Двухэтажные. Ну, это один из таких, а так. И другие, ну, в принципе, по Аргентине в основном такие двухэтажные ездят. Город ночной вообще просто прекрасный. Я тут еще посмотрел одно видео одного мужика, который на вертолете летает медицинским, он там снимал Буэнос-Айрес сверху. Так, да, Нью-Йорк отдыхает просто, плачет тихонько в уголочке по красоте. Вот, отель «Президент» называется. Такие вот отельчики маленькие, потому что есть и большие. «Шеротон» и всякие другие, а это такие. Ну, вроде тоже ничего. Так что кому где остановиться, вот знает, видите, куда можно забежать. Попить чайку и переспать. Шутки такие дурацкие у меня. Но есть же разные. У кого может золотые карточки, может ему и тут тесно. Так вот такое. Вон аргентинские флажки наши. Ну ладно, вот немножко показал Nueve de Julio, а так днем мы его видели. Но ночной город, наверное, просто тоже интересный. Потому все, пока, до следующих видео. А мы вот так. Опа.